Сегодня председатель Дальневосточного банка Сбербанка Андрей Черкашин в рамках визита в Магадан встретился с мэром города Юрием Гришаном. Андрей Черкашин рассказал, что в ближайшее время будут появляться новые услуги в Сбербанке. Многие сотрудники будут повышать свою квалификацию и не будет больших сокращений. Кроме этого, всем известно, что Сбербанк является ключевым кредитором муниципалитета и надежным партнером на протяжении многих лет. Они сотрудничают с муниципалитетом и поддерживают реализацию различных проектов. Сегодня с Юрием Федоровичем мы обсудили еще новый интересный проект. Он рассказал о том, как будет развиваться горнолыжка, как будут строиться новые дороги, другие объекты. Поэтому вместе обсуждали, как мы можем помочь в развитии Магадана. Более того, Юрий Федорович поднял вопрос об установке монетоприемника, потому что это было бы очень выгодно и с экономической точки зрения, и просто для упрощения жизни калмычан. Например, чтобы не носить с собой в магазины целые карманы мелочи и не задерживать очередь на кассе, можно было бы разменять их в ближайшем монетоприемнике. Он предложил установить его для начала в торговом центре «Маримол». В свою очередь, представители Сбербанка сказали, что изучат статистику и попробуют воплотить это пожелание в реальность. Также городоначальник вручил небольшой подарок в виде народного альбома со снимками от жителей города. «Я вижу мир из окон Магадана» – так назвали фотоальбом, выпущенный в честь юбилея областного центра в 2019 году.